Ну куда ж ты столько? Не приторно? Ты знаешь, ловлю себя на мысли, что постоянно хочется сладенького. Мне кажется, у меня улучшается настроение и работоспособность. А ты не боишься? Так же и поправиться можно. Да и вообще, что полезного в этих конфетах? Одни пустые калории. И правда. Как избавиться от этой нездоровой страсти? А может быть, есть более полезные сладости? Давай узнаем у диетолога. Точно. Галина Ивановна, ну признаюсь, сладкоежка я, это плохо. Сладкоежка – это не хорошо и не плохо. Главное, какой выбор вы делаете. Ведь пирожные, тортики, конфеты – это продукт, который делает человек. Это не натуральные сладости. И потому содержат большое количество сахара. Лишний сахар в организме – это проблемы с зубами, полостью рта, желудочно-кишечным трактом, проблемы с кожей, аллергические реакции, избыточная масса тела, ожирение и весь букет болезней в последующем. То есть что мы должны отнести к черному списку? Я бы не стала говорить так категорично, потому что если вы употребляете сладости эпизодично, в небольших порциях, то это не нанесет вреда здоровью. А вот если сладости в вашем рационе постоянно, неоднократно в течение дня, то это уже путь к болезням, потому что сладкие продукты содержат большое количество простых углеводов, способствуют накоплению жира в организме, ожирению, ну и все последствия для здоровья. Да, нерадостная перспектива. Ну как можно вот сразу взять и отказаться от сладкого? Да, действительно, сладости – это как наркотик, вызывающий зависимость. При их поступлении в организм выделяется эндорфин – гормон радости и удовольствия. И потому и хочется есть вновь и вновь. Да, действительно, отказаться трудно. Но вот обмануть организм возможно. Нужно просто заменить вредные сладости на полезные. Полезные натуральные природные сладости – ягоды, фрукты, сухофрукты, мед, мармелад, цукаты, халва, зефир, пастила. Они готовятся из натуральных фруктовых соков, фруктового пюре и потому полезны. Но они также очень калорийны, и поэтому, употребляя эти продукты, также нужно знать меру. А если хочется конфет? А если хочется конфет, отдайте предпочтение черному шоколаду. Как постепенно снизить употребление сахара? Для начала откажитесь от сладких газированных напитков и пакетированных соков. В них очень много сахара. Дома и в офисе уберите с видного места сладости. А если пьете чай, не насыщайте его сахаром. А если не можете, добавьте немножко меда. А в прикуску можно употребить полезные сладости. Сначала вам будет трудно изменить свои привычки, но постепенно организм отвыкнет от избытка сахара и в последующем будет вам только благодарен. Спасибо, спасибо большое. Ну что, стоит попробовать? Стоит попробовать. А ты знаешь, мне даже мармелад понравился. Я бы с ним не хотела. Вполне можно без конфет обойтись, да?